чья реализация, любая стратегия, окажется наиболее эффективна в данном конкретном противостоянии. Напомню, что сегодня и Хайвам, и Нави предстоит еще огромное количество матчей. Хайв вообще будут завершать всю групповую стадию СНГ-квалификации матчем против Эффект. Поэтому у них сегодня такой довольно-таки продолжительный день получается. У Наки будет матч последний. Так, ну что, давайте перемещаться уже непосредственно к игре и начнем просмотр матча. Ставится, как обычно, стандартная пауза, которая нам дает возможность познакомиться с игроками и с их персонажами. Итак, Пайкат, конечно же, на Фантома Ассасин. Бивер сыграет на семи-суппорт с Лардере. Дэнди, центральный коридор снайпер. РМН, суппорт Лишрак. Ну и Генерал сыграет на Найтсталкере в оплейне. Ну, коллектив Хайв, где Орбит взял себе Никс Ассасин отправиться в оплейн. Пикачу в центр, конечно же, на Драгонайте. Кто у нас тут еще? Таксак бегает на керри Некрофосе, Фервиан сыграет на Лич Докторе, и вот быстро скользящий Смайл, убегающий, сыграет у нас на Киберобстрайке. 0-0. Ну давайте посмотрим за первыми телодвижениями. Конечно же, самое важное происходит прямо сейчас, но спавны крипов — это расстановка вардов. Кто кого смог спалить, кто какие качественные варды успел поставить. Но обратите внимание, два варда в чужие леса. Один вард в чужой лес был поставлен коллективом Хайпа, еще один вард на верхнюю линию. Довольно полезные, не самые стандартные варды, стоит отметить, такие варды довольно сложно обнаружить. Ну, Виртус Про поставили вард себе тоже на верхнюю линию. И второй вард, судя по всему, еще не был установлен, он находится в генерале. Где-то в оффлейне и поставили. Сапогом играет Найтсталкер. Ну, тут, опять-таки, от ситуации будет зависеть, то есть, если он придет и на линии его будут гнобить, придется купить какой-то Аренталон и идти в лес. Если более-менее комфортная ситуация, где ты X-клуб отполучает, возьмет себе уровень 4, Silence, возьмет себе пассивку и начнет бегать по карте. Айтфокер тем и хорош, что с появлением первой ночи он уже очень опасен. Ставится вард. Ну, вард, скорее всего, может быть даже не сам вард, а именно пробежку Найтсталкера не смогли обнаружить. Айф, баунтер он забирать их должен был забирать, поэтому, естественно, никаких интересных вещей не произошло. И так Keeper of the Light сразу смещается на нижнюю линию. Поставил сентри, но до чужого сервера он не достал. Прогадал немного Keeper of the Light, не угадал точку расположения варда. Ну, довольно момент. Смайли сейчас будет сходить в лес, там уже прячется Бивер. Keeper of the Light, конечно, не тот герой, который хочет подставляться под первые атаки. Тем более против таких суппортов, да. То есть нужно понимать, что Лишрак и Слардер — это на самом деле убийственная парочка. Потому что есть станы и у того, и у другого. Можно их комбинировать стан на стан, можно убивать героя. Вот сейчас стан прыгает на Никса, раз. От Слардера два. Пайкат бьет с руки. Ну и Орбит, давайте посмотрим, сможет ли он выжить. Был небольшой бодиблок, и да, забирает Бивер, ну вот, пожалуйста. Мы говорили сами о том, что Keeper of the Light будет очень быстро отправляться по верну, но здесь даже и на Никса хватает урона с первого уровня его пробивать. Станы замедления работают исправно, очень хороший выход от Нави получился, начинают они с первого фрага. Здорово. Ну это генерал. Кстати, им придется против двух героев, и не сказать, конечно, что каким-то образом можно прям серьезно помешать генералу здесь стоять. Конечно, пытается Таксак как-то вот держать на дистанции. Неплохой хапориген, есть танго, сапог. С учетом того, что есть сапог, его вряд ли удастся каким-то образом убить. Интересная перетяжка от РМН и Бивера в центр. Они прошли, парочка суппортов продолжает зонить кор героев. Не подпускать их к крипам. Но в этот раз не получился выход. Смещение сюда от Фервиана, дал каски, Никс тоже рядом. Ну, в общем, веселухой занимаются сейчас РМН вместе с Бивером, стараются каким-то образом привлечь к себе внимание, стараются помешать коргероям фармить и тем самым облегчить жизнь своим коргероям, что, в принципе, тоже логично. Ну, сейчас очередной смог разбивают, будет заход за спину, судя по всему. Тут у нас Никс, опять-таки Никса тоже уже можно брать вполне. Пайкат замедляет Смайли. Пайкат, да. Третий уровень, пока ничего не вкачу, потому что момент. Если что, понадобится блинк, можно будет прыгать. Например, второй степенхакер. Орбита пытаются взять. Есть подстанчик. Станчик еще один залетает в Лишака, пробивает с руки. И опять просто погибает. Еще одно убийство на Никса, очень качественно, очень четко. За Смайли ускоряет с тем временем Бивер. Бивер мог бы дать стан, но уже на слишком большую дистанцию ушел в Лишак. Если не ушел теперь в злайд, конечно, он будет нужен. Мы начинают с 2-0, пока суппорты действительно отрабатывают. Такой возможности, конечно, бегать и убивать, ну, в принципе, есть в теории у Keeper of the Light и у Witch Doctor, если они тоже вместе начнут бегать, но, сами понимаете, там станчик один, да и тот, который долго летит, поэтому
тяжело такой парочкой суппортов, конечно, бегать и уничтожать. Хотя условного Дэнди взять, например, было. Алло. Да, здравствуйте еще раз. Привет. Привет, я снова с тобой. Это замечательно. Мы с Митей меняемся. Это так и надо. Ну что, Нави, очередной матч. Нави, очередной матч. Как? Расскажи, как начало прошло, как Сумлад, как килл был сделан. На снизу парочку суппортов, Лешак плюс. Слардер бегает и уничтожает Никса. Я вот на аналитике поставил на Нави, то, что мне их стратегия куда больше нравится. Мне нравятся вот эти бешеные нюки, бешеные замедления. И... А я вот высказал такую мысль, что командчик пытается сделать то, что делали Virtus.pro. Вот собрать нужные артефакты, взять нужный левел и продолжить группу тоже. Да, но вот при вот таких смертях постоянных очень трудно будет артефакты собирать. Тут тоже скилл решает. Это еще вот как раз у генерала будет хороший левел, и к ночи ближе будет вообще жесткий разнос, по идее. Да, загнобить его не получилось, как и ожидалось. Сейчас на 4-й минуте активируется ночь, он получит себе 4-й уровень, где, скорее всего, прокачает крип-эфир, и с ним уже можно будет убивать. Да, сюда должны смещаться как раз под ночь, наверное. Или Шрак, и Слардар. Может быть, одного хватит. Может быть, одного. У Слардара вообще, я смотрю, все хорошо, транквилы. Он, наверное, Фейлблад забрал. Так и есть, они два убийства сделали. По-моему, оба из них досталось Биверу. Нет, второй килл доставался Пайкот. Ну вот Бивер первый сделал, наверное, килл. Да, да. Еще сейчас будет баунти урону забирать, третий левел почти получит, там чуть-чуть хватит на экспы. Ну вот смотри, да, сейчас 4-я минута, появляется баунти урон, ночь активируется, генерал получает 4-й уровень, качал все-таки воет на 2 и пассивку на 2. Все, Бивер поехал. Да, большие проблемы сейчас могут быть у Даксака, ускоряется. А Бивер, куда? Куда, генерал, стой. За призами скажу. Сейчас призами скажу. Сейчас каск пойдет. Там крип. И за... Вещдоктором тоже, который без ботинок, тоже можно, но маны нету, нет маны. И под фишку лезть не стоит, хп маловато, всего лишь 300, могло быть какой-то сейф. Да, сталкер вообще сейчас 5 уровень получит, это сейчас очень жестко, под ночь 5 уровень, все очень круто. Надо сбегать на шайн, если он не ходил, это вообще будет великолепно, и можно на мидл так выходить. Шайн 169 секунд кулдаун, так что можно просто на мидл выйти, пытаться кинуть нюк, или просто сбегать до базы, и потом куда-то тпшнуться. Третий воет взял генерал, все еще играет без сайленса. Снизош на котла, выход. А я подкопал мимо бессер. Ну, пока одноколеточная у нас на всех линиях, причем и мидл, и верх. Сталкер сейчас обратно наверх побежит и будет продолжать. Это на самом деле две булки, очень жесткие. Сталкер все должен взять стики, все должен взять телепортик и выход в урну делать. Вообще тут нет такого героя, который бы смог комфортно стоять против такого бегающего Найтсталкера. Даже Драгонайт, если в спину сейчас выйдет Найтсталкер, будет очень больно. Левел 5, также будет страдать. Да, вот сейчас Сталкер тпшится на любую линию. Вот он тпшится уже на мидл, и сейчас и под... Дэнди, Шапнэй закидывает прямо сейчас. Генерал ускоряется, конечно же, будет войд. Активируется ассасинейт, Пикачу страдает. Рейдропов никаких нет, поэтому Драгонайт погибает. Такой вот очень легко и просто. Да, все очень просто. Да нет. Первая ночь реализовывается на все 100%. Да, сейчас выход наверх опять будет, и нужно просто... Я не знаю, Вещдоктор просто я по тауэру писал бы, если ты сталкера не видишь, потому что он реально сейчас будет сносить всех персонажей. И осталось до ночи 2,5 минуты, но за 2,5 минуты, мне кажется, еще делов понаделает. Курьер пытался перехватить, да, старается выскивать нужные цели для атаки. И опять-таки наверх сейчас вернется, там уже поджигает. Очень агрессивно ставится, сюда можно даже Лешаку телепортнуться, Лешак смещается вообще на мидл. Сейчас будет выход у нас на ДК, нет, по таврам не хотят. Талкер, Слардар хотят законтролить руну. Ну, баунти возьмут, конечно, и будут они прессинговать верхнюю линию. Стоит отличнейший вард, который дает очень много информации. Ускоряется Бивер, ускоряется генерал также. Вот он, Вещдоктор, поднимается, находит его. Первен получает войд, получает танк, без танка. Просто спасибо, прямо сейчас надо. Если у него есть телепорт, если нет телепорта, то он тоже умирает. Да, нет, телепорт, он, конечно, он тоже дает хил. Генерал здесь. Активируется госшаут. У него влетает нюк куда больнее. Да, еще Лешак сюда подходит. 8-0. Одноколиточная для Нави. А его вообще ничего не получается, да, пока сделать. Генерал дальше пошел. Сейчас на мидл. Ну, работает полторы минутки, конечно, можно бегать, урну в шаду себе прикупить, например, заряжать уже урну и продолжать свои движения по карте. Да, курьер только жалко полетел, так бы был круто. Бивер с Эрменом смещается на мидл. ДК срочно нужно ходить по тауэр. Тут всем под товаром нужно прятаться, вылезать вообще нельзя. Вылезешь, считай смерть. Что вот Вещдоктор, например, выходит. Ну, его здесь, кстати, не видно. Разбегаются, разворачиваются. Нави опять-таки на верхнюю линию, там их ждет самая приятная цель. Вот он, Даксак, которого можно уничтожать раз за разом. Все-таки это керри, на него должно быть больше внимания уделено. Нечем откидываться, ты посмотри на персонажей, просто нечем откидываться. Ну, каски тут. Каски есть, да, которые могут спасти от этих жестких набегающих персонажей. Пикачу на миде. Генерал со спины, вот так через лес выходит на Даксака, есть госраут, Йорский активирует свой стан. Использует краш, Фервин ставит делать ТП, как раз таки, наверное, сам Вещдоктор, вот неприятнейший персонаж с касками. Чуть-чуть напугал, но ничего страшного. Ну, кстати говоря, играет без подхила, то есть через Меледикт, то есть он готовится убивать людей. Ну, как-то размениваться хотя бы, если Меледикт накинуть. Ну, подвижка там уже, принимать противника. Ну и при всем при этом Пайкат, в целом, довольно комфортно стоит на арене, с топовым крипстатом, сейчас подкапывает, будет иллюмине, довольно большие проблемы у Пайката сейчас. Знаешь, и отлично использует. Хоть 4 стика было, поэтому это не страшно. А, спокойно, собственно. Пашется на базу.
Деньги активируют цветы, у него тоже все в порядке, левел 7, ну и вот где-то сейчас центр, возможно, будет выпад. РМН стоит на исходной позиции, ждет, когда потянется как раз-таки снайпер. Четвертый шрапнель с ассизнаидом. Есть у него два. Да, все, выход, и это будет, скорее всего. Там вчетвером будут накидываться на Пикачу, Пикачу, конечно же, сматывается пока еще под формы и должен здесь выживать. Да, вар хорош стоит, видел прекрасное перемещение, когда мы все набегали. Пока удается защитить своих героев. Никто не проседает, никто не умирает. Это все баунти-руны, все вот эти баунти-руны забрали игроки Нави, вот на этой точке именно. Все, по-моему, 4, которые здесь появляются. Ну, не считая первый, да? Первый забрали сами. Косты у сталкера. Ночь есть. Да, закачано. Телепорт вниз, по таверам, атака. Ну что, на киберзлайта можно нападать? Ой, крит залетел, цифлингдаггер с малюнью. Очень более самостоятельно пайкат осуществляет это убийство, орбит просто уходит. Бивер даже не стан отменил просто. Ну да, он видит, что да, конечно, пайкат соус правильно. Извается ночь. Штучная ночь уже самостоятельно активированная бивером. В центр тем временем атака пошла на Пикачу, есть шапнели, залетает генерал, четвертым бойтом активирует. Ой, это ассасинейт туда скорее. Будет играть, нет, да. Надо переагрить. Ассасинейт, еще одно убийство, дабл переагрил. Орбит здесь, и он тоже будет приставить. Крафейс закончится, и генерал с войдом зайдет. Ну, 12-0. Сухая, возможно. Должна быть в доте вообще введено такое правило сухой победы. Знаешь, под, типа... Под орех? Ну, типа, 19-0 согласились, правда. Игра заканчивается. Ну, может быть, не 19. Вот. Ну, нет, я так не согласен. Но есть стратегии, да, я согласен, при которых команда может терпеть, будет терпеть. Ну, блин, есть такой же счет, при которого, ну, вот уже нельзя спать. Ну, хорошо, 25-0 делаешь, ладно. Вот, 25-30-0, тогда, да. 25-0 ставят. 25-0, ладно, соглашусь. 25-0, действительно, ставят. Ну, пока 12-0. И вышка падает тем временем. Но, знаете, должны быть еще условия. Помимо там, или 25-0 чисто по фрагам, или, например, 20 фрагов и 6 вышек. Ну нет, 26 вышек, это как раз таки очень таки легко сделать, потому что есть стратегии, которые именно на пуш. На пуш, да, и с того, что ты забираешь твора, тебя трудно пробить. Последнюю секунду Таксаку здесь деньги сбивает. Это телепортация и 13-е убийство уже для Нави. Полный разнос, хайф вообще ничего не могут сделать в этой игре. Беда. Да, все познается в сравнении. Смотришь на игру Na'Vi с Virtus.pro, один момент. Теперь Na'Vi с Hive, тут уже Na'Vi выглядит хорошо, как будто вот точная реализация своих стратегий. Да, и Virtus.pro, когда тоже играла с Hive, было, в принципе, то же самое, такой же разнос. Да, там Virtus.pro, 2 минуты ждать. Virtus.pro показал, показали, ребята. Да, это был первый матч как раз таки групповой стадии в вчерашнем игровом дне. Да, посмотри на Бевера, это четвертая позиция с Лордар, во сколько фанфилах уже поучаствовал, у него есть транфил, у него есть смок, и уже 50 голды остается на 10 минуте, на четвертой позиции с Лордар, что левел еще даггер есть. А у него по фарму ровно столько же, как у Дракона, это разница 100 голды, буквально, минимально. Да, действительно все замечательно, может быть сейчас Никс исправит положение, все-таки Виндетта он использует первую и отправляется в путешествие по карте. А некуда, некуда выходить. Что нужно сделать Хайфам в такой момент? Им нужно аккуратно пятером собраться и как-то попытаться напасть на отфармленных персонажей. Где-то под тауром подловить, чтобы все имели телепорты, чтобы вышли вот, а потому что опять... В таких моментах, когда генерал так вот наглеет. Вот Никс тпшится и все равно, ну тпшился, просто отошел у нас сталкер. Через минуту будет активирована очередная ночь, и снова начнутся проблемы у коллектива Хайф. Ну, они, конечно, собираются, стараются сдираться под вышкой, вот так вот имеют суппорта за своей спиной, но тоже сказал, что не сметут этого керри вместе с суппортом. Бивер уже залетает, блин, касса, снэйк сразу там заряжает. А я, говорит, они разводят на телепорты просто, телепортируют очень много народу. Вот и ночь, кстати, очень грамотно завязал, потому что она будет работать 50 секунд, эта ночь, и после окончания искусственной ночи сразу сработает у нас настоящая ночь. Все верно. Перетягиваются, да, сейчас другие игроки Na'Vi, пока тоже здесь, с сатиром, которого он приручил. Драгонайт активирует форму, но Орбит промахивается своим станом. Ну и да, тяжело, Corrosive Haze висит, так вот развлекает генерал сейчас своего оппонента, тут целая пятерка, все равно Слардер залетает на Никса, у Никса большие проблемы, Крафейса нет, Систикинг Даггер забирает пайкат очередной фраг. Да, сейчас будут просто давить. Первен получит ассасинейт, погибает Таксак. Сноубол пошел. Так, ну, давайте дальше, дойдем. Дальше 16-0. РМН здесь, молнии дал и... Не хотят дальше идти под волну. Есть понятие наглость, есть понятие сверхнаглость. Вот наглость будет зайти сейчас за вышку, а сверхнаглость зайти под тир 2. Вот. Да, и под тир 2 можно подфидить всегда, поэтому да. Они очень грамотно сделали. Как раньше, 3 килла, таур, и они прекрасно понимают, что они задачу выполняют, поставленную перед ними, как никуда хорошо. Еще агрессивный вард. РМН очень далеко. Вот это сверху. Вот это очень красивый вард. Если вот кто-то играет на суппортах 4-5 позиции, варды ставьте именно в эту точку. Не надо ставить его на хайграунд. На хайграунде тебя собьют, а здесь вард этот очень трудно прочитать. И он также прекрасно показывает все. Ну да, практически все выходы с верхней линии, тут точно. Вот видно, например, Драгонайта, Никса не видно, потому что он в инвизе, причем инвизе от руны.
Ну и залетает. Пикачу внезапно, РМН появился откуда-то с тыла. Так, накидывает сразу на Пикачу, Пикачу в шоке, Пикачу погибает. 17-е убийство для Нави, поседает еще и Фермин. 17. 7 фрагов. Ну что, 25-0 впереди. Ну давайте. Сухое, они, может, на 25-0 как раз и напишут. Ну, дорогие друзья, вы понимаете, что это лишь только наши какие-то предположения о сухой игре. Здесь, понятное дело, таких правил нет, как и раньше. Кстати, 19-0 почти. Вот сейчас, может, будет, и они как раз на... Ну, добьют, пока трон не пойдет. Ну, сейчас добить, да! 19-0, трон. 19-0, сухая, цель ГГ. Прочитано. Давай, читаем, Навик, идет. Идёт. 13.